Второй год подряд в Сергиевом Посаде формируется бессмертный полк. Народная инициатива нашла широкий отклик. Только к координатору акции обратились порядка 1000 человек. Были сделаны бесплатные портреты формата А4. Желающие люди регистрируются на сайте, звонят мне по телефону, я помогаю регистрировать. Приходят, заполняют анкеты про своих героев. В принципе, эта работа идет в течение года. И летом люди приходили, а вот очень активно начали с Нового года приходить и записываться в строй нашего бессмертного полка. Суть акции в том, чтобы парады Победы живы были, чтобы мы несли наших героев, наших дедушек, прадедушек в строю в День Победы. Координатор акции «Бессмертный полк» Ольга Сирокурова рассказывает, что испытывает огромную радость от того, что люди идут с портретами своих героев по собственному желанию, с гордостью. Труженик тыла Петр Иванович Гражданов тоже сегодня готов был встать в строй «Бессмертного полка». Он пришел с портретом своего брата. Это мой брат родной. Действительно, пошел служить 5 лет. Учился на танкиста, 3 раза в бой сходил, на 4-й не вернулся. Все 3 друга пропали без вести. Многие семьи, принявшие участие в акции «Бессмертный полк», сегодня рассказали не только историю собственной семьи, но и показали, что они тоже сопричастны истории нашей страны и Великой Победе. Чей портрет у тебя в руках? Моего прадедушки. Где он воевал? В Краснодаре. А в каких частях, кем он был? Он был подпольщиком и взрывал технические объекты, заводы, фабрики. У меня погибло 2 деда на войне, а 3-й портрет – это дед вот супруги. Еще одного нет, фотографии не нашли. Вот у нас внучки. Вернее, они правнучки. Где воевали ваши деды? Воевали, один погиб на Курской дуге, а второй в Сумской области на Украине. Ну, это можно еще считать как воспитательной целью, чтобы молодежь наша помнила о наших предках и все, чтобы было, сохранялось в их памяти надолго. На 9 мая встали в строй бессмертного полка и те, кто не регистрировался специально. Так велико было желание рассказать о своих дедах и прадедах, братьях и сестрах, тех, кто вернулся с войны, кто навеки остался на полях сражений и кто пропал без вести. Здесь же раздавали юбилейные треугольнички, письма с фронта со стихами и поздравлениями. Уже сейчас многие высказывают мнение, что со временем парады Победы превратятся в парады бессмертного полка. Миша Василий Яковлевич. Он мне прадедушка. Это мой папа. Он дошел до Берлина. Он был комсорг полка. Очень шустрый, отважный, как рассказывали его однополчане. Приезжали к нам еще, когда мы были детьми. Тем временем вдоль проспекта Красной Армии, куда с минуты на минуту должна была подойти праздничная колонна, выстраивались горожане. Сегодня их ряды пополнили члены общества семей, имеющих детей-инвалидов. Мы везде вместе, в радости и в горе, поэтому решили сегодня тоже вместе с своими детьми организованно выйти, возложить цветы к памятнику славы, с нашими детьми показать им этот праздник. Мы всех поздравляем с этим великим большим праздником. В нашей семье наши деды воевали, принимали участие и, слава богу, вернулись с победой домой. Все живые, здоровые, и умерли в мирное время. Нам передали свой боевой подвиг и свою боевую славу. Поэтому мы всех поздравляем. Спасибо вам большое. И вот, наконец, пришла долгожданная весть. В первые минуты победной вести торжественная колонна, возглавляемая ветеранами, тружениками тыла и детьми войны, а за ней бессмертный полк, начала свое движение по направлению к вечному огню. Наталья Артемова, Алексей Галкин, День города.